И снова здравствуйте, мои дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами Верикс в мире игр. Сейчас мы с вами будем проходить, точнее даже продолжать проходить такую замечательную игрушку, как Silent Hill 3. Ну и собственно, где же мы все-таки с вами последний раз остановились? Остановились мы там, где мы с вами брали гребаный, блять, этот грецкий орех в ювелирном магазине. Что же будет дальше, собственно, мы сейчас и увидим. Итак, наша героиня Хизр и я, летсплейщик, ёпты. Так, собственно, мы тут взяли с вами последний момент грецкий орех, и давайте осмотрим его. Что-то есть внутри, но я не могу открыть его руками. Итак, давайте, собственно, пройдем дальше. Так, тут открыто. Ебать, уж не боюсь, ребята. Охуеть! Ебануться! Это же пиздец просто! Так, слушайте, надо настроить звук, что-то какая-то какашка присутствует. Так, давайте позырим-ка. Давайте музыку убавим, что-то... Это меня расстраивает немного. Так, давайте, ну давай быстрее, чувачок. Ёб твою мать, пиздец, ребятки. Мне очково. Ну что ж, давайте пройдем. Так. Тут тоже закрыта дверка у нас. И тут у нас что? Закрыто. Значит, нам надо придется взять ключик. Но ключ надо также поискать усердно. Так, где же мы с вами оказались? Ёб твою мать. Вот это звуки. Так, и зашли мы с вами в то место, где мы боролись с такими вот залупоголовыми. Как бы сказать. Ну ладно, давайте, собственно, дальше. Будем проходить, будем искать чирик наш. Наш любимый чирик. Блять, что-то такие звуки были. Звуки были просто невъебически подобные и очень страшные. Так что тут была у нас вот такая вот хуёвина здоровая. Мы ее с вами, собственно, завалили. Я могу нажимать любые кнопки, но двери не открываются. Прекрасно. Да, даже наша героиня может судить о том, что Silent Hill — это город говна. Собственно, тут ничего не может быть хорошего. Тут всегда что-то плохое. Так, куда же мы с вами будем, собственно, направляться? У нас вроде с вами как бы присутствует карта, но... пока что ничего я вам не могу обещать по поводу этой карты. И что же будет дальше? Давайте, если можно сбегать наверх, давайте попробуем сбегать. Хотя давайте побежим. Ёб твою мать, тут собака что-то кушает, я так понимаю. Блять, камера просто убивает, ребята. Ой, блять. Я ебал эти звуки. Ну там собака что-то кушает, это явно видно. И собака, видимо, слепая. И хорошо она работает на нюх у нас. Собачка вполне такая, знаете, что, в принципе, не очень таки тяжело с ней так бороться. Но есть одно небольшое, но... Что, у нас патроны закончились? Да ну нахер. Ребята, у нас закончились с вами патроны, осталось всего 3 обоймы. И нам просто будет в следующий момент просто пипец. Давайте пройдем с ножом. Бля, слушайте, меня этот звук бесит уже, просто вымораживает меня, блядь, взять и закрыть к хуям собачьим эту игру. Просто на улице пока ничего, конечно, не можем сказать, что происходит, но тут, конечно, не очень таки так красиво.
И звуки просто устрашающие. Звуки... Не могу сказать, что звуки чем-то похожи на Silent Hill 2. Тут они намного ближе. И, конечно же, они намного страшнее, блядь. Что же еще сказать? Блядь. Так. Собственно, что это у нас за дверка? Ага. И, собственно, тут хуёк какой-то. На этой двери нарисован красный полумесяц, и есть круглые вмятины рядом. Здесь что-то написано тем же самым красным цветом. Все готовятся, к 300-му дню, днем и ночью. Из-за двери можно слышать крики и боли. И последнее предназначение стало реальностью, хотя и неблагословенным началом. Что-то представляет это, конечно, задуматься о том, что, в принципе, может... Ой, блядь, мы с вами куда-то вошли. А это какой-то китайский ресторанчик, что ли? Да, это китайский ресторанчик. А вот, собственно, лежит и собачка. Только что в этой собачке интересно. Что это такое, жареная собака? Кто, черт возьми, могут сделать что-то подобное? И кто же, черт подери, смог бы это сделать? Что из собачьего желудка? Я нашла испеченный ключ. Вообще замечательно. Давайте еще немножко на фритюрницу, и все, блядь. Будет охуенно просто. Так, собственно, мы с вами нашли ключ от какой-то фиговины. Собственно, аптечка. Как обычно нам пригодится, собственно. Так, тут у нас ничего такого подобного нет, что ли, интересно. Печалька, печалька. Ну, собственно, собака. Она. Конечно, ее лучше было бы в шаурме повалять, чем в каком-то там гребаном соусе. Ну, хотя тоже было бы вкусно, я так думаю. Давайте теперь пойдем вниз. У нас, ребята, патронов не так уж много осталось. И давайте лучше всего сейчас сохранимся, потому что мало ли что у нас может произойти в данный момент, что может стать с нашей героиней, или вообще что может быть. Так, давайте забежим сюда, собственно. Путь, чтобы был немного покороче, так сказать. Да звуки, блядь, мне просто бесят, сука. Прям можно взять, нахуй, обосраться. Так, давайте сюда пройдем. Испеченный ключ. Опа-на, что это у нас такое? Труба торчит. Я выломал стальную трубу. Бля, значит, у нее в начале игры не было силы, чтобы... подвинуть коробки, а выломать трубу она смогла. Что ж, пиздеж за пиздежом, так сказать. За ним никак не угонишься. Итак, давайте, собственно, пройдем. Я твоя мать. Я твой батальон шаурма видел. Ну, хуяк нахуй. Готово. Но там еще идет какая-то параса. Так, это что-то даже на дверь не похоже. Тут вообще на дверь не похоже. Это какая-то херня закрыта. Значит, нам придется взять ключ или открыть его, ёб твою мать, с другой стороны. Иди сюда, голубчик. Сейчас тебе папочка взгреет, блядь. На нахте, сосай, лалка. О май гад, мы с вами вошли куда-то неинтересно. Так, собственно, что же у нас тут такого интересного должно быть? Собственно, какая-то хуйня. И вид камеры какой-то, что-то. Ребята не очень такие экзотеричные. Не очень такие целеобразованные, так сказать. Ну, что там у нас должно тут быть? Так, видимо, это туалет. Так, сам он замок сломан. Так, это вентилятор. Да? Угу. Здесь есть какой-то включатель. Лучше не буду здесь ничего трогать. Так, дверь закрыта. Осталась одна дверь у нас, ребята. Даже тут у нас этот сраный вентилятор работает. Так.
Что-то как-то могу сказать. Блядь. Что-то за яичко хватает, ребята. И чтобы насрать кусочек, нам не придется ничего такого. Давайте, собственно, возьмем. Возьмем мясцо для собачки, чтобы, так сказать, отвлечь ее. Я так понимаю. Так. Так, закрыто. Давайте пройдем дальше. Ёб твою мать. Так, все. Головозалубчики готовы. Это тут у нас закрыта дверь, собственно. Ручка поломана, как в основном пишут в Silent Hill. Так же было и во второй части. Так, везде закрыто. Лучше было везде закрыто, чтобы, ну, так сказать, не запутаться. Так, все, собственно. Проход загорожен. Слушайте, героиня такая, в принципе, ненормальная, бля. Если б я остался бы там один бы с ней, я бы ее с самого начала. Но вы меня понимаете. Так. Давайте с вами пройдем сюда. Ой, тут какая-то новая хуйня появилась. Ёб твою мать. Я твой дом труба вертел, блядь. Быстрее. Ёб твою мать. Тут какая-то хуета за нами ходит, ребята. Давай, быром, блядь. Быром, блядь, что это такое тут? Так, еще раз давайте. Те пятна на каталке имеют форму человеческого тела. Я даже не хочу думать о том, для чего она использовалась. Ага. Так, вот, собственно, наше сохранение. Что тут еще должно быть? Ох. Какая-то хуевина. Так. Здесь есть какие-то тиски. И, собственно, наша героиня не сможет сломать руками этот сраный грецкий орех, но мы его сломаем сейчас тисками. Так, что за шарик? В скорлупе нет ореха, всего лишь какой-то камень. Я взяла лунный камень. Лунный камень. И, собственно, я так предполагаю, нам надо вставить его куда? В жопу! Конечно, нет! А вставим мы в ту дверь, где было написано что-то там про день и ночь. Ну, собственно, я, конечно, не очень-таки запоминательный человек. И давайте, собственно, пройдем дальше. Собственно, за нами эта хуйня будет ехать тут. Блять, иди нахуй от меня, ты тоже, еб твою мать. Ай, мазафака. Йоу. Хуёво, всё, фу. Собственно, мы с вами пришли. Да, прошли мы с вами. Так, собственно, там. Бля, там что ещё, дверь была. Окейюшки. Давайте пойдем обратно. Так. Куда же нам нужно идти с вами, ребята? Давайте обратно пройдем. Итак, я так предполагаю, нам надо вернуться обратно и вставить этот чертов камушек в анальное отверстие. Ну ладно, давайте, собственно, не будем вот так усердно прикалываться. А начнем проходить игру. И тут в стенах у нас какая-то фигня. Блядь, что-то я упаиваться начинаю. Кажется, как будто кто-то должен за мной преследовать. Проверка, что-то она так посмотрела грозно. Я аж, ребята, что-то на туре кирпичей не навалил, мать твою. Потому что обычно же тут
Бля, тут опять это хуёвина, бля, давай быстрее, нах. Дверь закрыта. Пиздрячим. Так, давайте, давайте, выбираться будем отсюда, мать твою. Где дверь? Дверь нужна. Ой, блядь, как повезло-то нам. Ух, мы там с вами все-таки пропустили пару аптечек. Ну ничего, все нормально. Так, тут я надеюсь, никакая сейчас крикозябля не вылезет. Не напугает нас до смерти. Итак, так. Угу. Окей, значит, нам надо пройти немного дальше. Так. Окей, сейчас давайте еще раз сохранимся, чтобы... Потому что это Silent Hill, тут можешь не сохраниться раз, и просто будет такая фигня. Коридор второго этажа. Окей, мы с вами сохранились. И сейчас с вами продолжим идти. Пойдем мы с вами куда? Куда? Куда глаза глядят? Да. Давайте, собственно, так, хуярам-байрам. Так, тут какая-то хрень опять. Давайте все-таки пройдем сюда. Я так предполагаю, нужно вставить этот поганенький камушек. Что же тут у нас такого? Ой, что-то меня тут пугает звуки. Я так предполагаю, все закрыто уже, и одна лестница у нас по центру. Давайте спустимся вниз. Ой, ребята, что-то мне даже становится не очень-таки хорошо. Звуки, конечно... Surround Company вообще нормально сделал. Так, вот мы с вами, собственно, спустились. Угу, что же у нас тут такое будет? Какая-то пещерка. Ух, ёб твою мать. Сломалась лестничка. Бля, сейчас что-то будет у нас такое тут. Так, что такое? Какая-то хрень у нас тут. Ой. Да это червь какой-то, ребята. Я так предполагаю, это наш первый босс. Так, я думаю, нам надо лучше всего его полить с пистолета. И лучше всего его, конечно же, перезарядить. Че, мы его убили? Да ну нахрен. Вот это поворот. Всего лишь сделали пару выстрелов, и это говно готово. Так. Я вижу, мы вернулись. Опять в тот же торговый центр. Это торговый пассаж, как тот, что был раньше? Я вернулась. Хм. Странно. Собственно, торговый центр выглядит тут более-менее, чем выглядел раньше. Когда было полно пятен крови... Крови? Оу, еще нет. И тут, я так полагаю, закрыто. Тут у нас тоже закрыто. Что же тут у нас? Помните же, мы с вами ходили, тут было очень-таки неуютно. И везде было что-то поломано. Собственно, у нас есть торговый центр. Какая-то какашка с нами произошла опять. Какая-то какашка.
место. Мы с вами в торговом центре, и тут все закрыто. Я так полагаю, надо было бежать вперед. Ну давайте уж, если интуиция нас так не подводит, побежим давайте туда вперед, где было 4 двери, или сколько там, я уже что не так уж запомнил, сколько там было. Так. Окей. Давайте вот сюда вот зайдем. Subway. Это вы? Что произошло? Вы должно быть один из них? Что я такого сделал? И что ты имеешь в виду под одним из них? Вы вместе с Клавдией, не так ли? Клавдия? Что о ней? Она попросила найти тебя, вот и все. Итак, вы один из них. Клавдия сделала все это. Слушай, меня просто наняли, чтобы найти тебя. И я не на чьей стороне. И я ничего об этом не знаю. Почему бы тебе просто не рассказать мне, что тут произошло? И этот монстр. Что это за чертовщина была? Я знаю не больше вашего. Я лишь знаю, что здесь происходят действительно странные вещи. И у меня странное чувство, что со мной что-то происходит. Может, вы всего лишь невинный очевидец, но я не могу чувствовать к вам сожаления, ибо вы причина того, что я теперь здесь. Если бы вы не нашли меня. О чем ты говоришь? Что в тебе такого особенного? Если бы меня это не волновало и не расстраивало. Но я знаю, что здесь что-то не так. Итак. Что такое, чего я избежала и забыла на долгое время. Так, давайте пропустим. Собственно, тут уже идет какой-то диалог. Собственно, бля, где же мы сейчас с вами оказались? Оказались мы с вами в каком-то метро, я так понимаю. И в торговом центре метро находится. Что-то как-то немного смешно. Так, что-то так. Когда вот мы идем, и тени так отпадают от лампы, просто немного побешивает меня. Так. Собственно, ее нет, карты этого места, как предполагалось. Что она у нас с этим опять, что ли? С бронежилетом? Так, здоровье у нас не очень-таки хорошо. Подкрепись, деточка. Какая-то дверь. Так, становится намного страшнее. Становится немного заинтригованной. И, собственно, куда же мне идти, я сам не понимаю. Так, у нас с вами тут все закрыто. Закрыто. И тут, я так полагаю, закрыто. Надо идти к тому турникету. Бля. Здесь есть карта метро, но я без нее знаю, как мне доехать до дома. Мне нужно сесть на поезд с третьей платформы станции Берджин Стрит. Давайте, собственно, пойдем сюда. Что же тут у нас такого будет? И опять будет какая-нибудь анальная радость, блядь. Для нас. Камера, конечно, не очень таки показывает. О, опять этот знак.
Давайте сохранимся, что ли. Она уже даже ничего у нас не говорит, и мы можем с вами спокойно сохраняться. Да, как я говорил, это метро, и это на самом деле метро. Так. Ой, блядь. Бля, я что-то на туре не насрал кирпичи, ребят. Я просто отвечаю. Silent Hill, блин, он уж такой. Silent Hill. Вроде как бы, ребята, все говорят, что Outlast пострашнее Silent Hill, но, конечно, я бы немного согласился. И хочу сказать, если была бы в Silent Hill, допустим, даже в третьем, блядь, если бы даже... Ой-ой-ой. Хрена себе, собака такие звуки издает. Ёб твою мать. Я что-то не... Ты куда, блядь, стреляешь, дура ты ебаная? Блин, собака такие звуки издает, как тут какой-то роботерминатор, блядь, ходит. Это же просто... Блядь, тупая мразь. Сука, камера, ребята, просто дерьмо. Блин, я не могу убить какую-то сраную собачку. Давайте нахуй от нее убежим лучше всего. Блядь, там еще ниже, да ну нахуй. Ой, блядь, я ж чё... Бля, ребята, меня эта игра точно до инфаркта доведет. Патрон к пистолету. Здесь кто-то спит, здесь все в крови. Этот парень не спит. Почему я не удивлена этому? Я думаю, этот кошмар немного притупил мои чувства. Бля, ребята, это в натуре. Это какой-то неебовый такой кошмар, блядь. Тем более, особенно для меня, нахуй, когда я прохожу эту игру, блядь. Тут звуки, как будто ходят какие-то, блядь, терминаторы, которые издают какая-то сраная собачка. Как бы ни крути, но нам нужно ее пройти. Так, что это такое? Я взяла кусачки. Так, значит, у нас, я так предполагаю, должна встретиться либо какая-нибудь цепочка, либо то, что мы должны зажать кусачками сраными этим. Давайте убежим от нее, от этой прожорливой собачки, блядь. От которой у меня анал просто дыбом встает. Ребята, не хочу, конечно, говорить матершинные слова, но это так. Просто это какие-то не собаки, ребята. И как вообще отсюда выбраться, мать твою? Долбанный Silent Hill, быстрее, пока мне эта сраная робот-собака, блядь, не съела. Фух. Я так полагаю, вниз нам не надо идти. Давайте теперь пойдем наверх. Собственно, вне всякого сомнения, можно догадаться о том, что тут тоже будет... Ой, блядь. Ебать. Это пиздец.
Бля, у меня тут еще, ребята, какие-то хрени, бля. Так, бля, эта третья часть, это просто пиздец. Тут убивают лишь только одни сраные звуки. И что же можно все-таки предполагать? Ой. Так, у нас там закрыт проход, да? Страшновато, ребята, страшновато. Я вам так скажу. Тут можно насрать не только там какую-нибудь хрень, а насрать такую хрень. Так, еще раз, что там? Что-то я не могу пройти через дверь. Я же нажал на дверь. Так. Давайте теперь посмотрим. А на платформу у нас идет, собственно, вниз, другая наверх. Ага, значит, мы были с вами в первую платформу. Бля. Как же тут все запутано. И давайте же все-таки мы с вами проверим, что же у нас тут такого. Ага, вот значит, для чего нам пригодятся кусачки. Так. Гайка затянута очень туго, я не могу открутить ее вручную. Ну, естественно, мужик бы даже не открутил бы ее. Давайте применим наш новый аппарат. Окей. Да, звук такой даже калитки, как Silent Hill 2. Так что, ребята, не сомневайтесь, движок тоже, да я думаю, такой же. Ой, что это такое? Заряд для дробовика. Нихухушечки. Дробовик. Ой, кто-то появился. Кто-то появился. Звук такой был даже, ребята. Давайте возьмем дробашек. Сколько у нас патронов-то? Ой, блин, это не очень-таки хорошо. У нас тут кто-то появился. Ой, бля. Чё это за Азорит и Тома, бля? Какой-то сумоист. Давай пинай его по яйкам. О, это какой-то жиромяс, бля. У меня учитель по географии точно такой же. Если честно, ребята. Блядь, закрыто. Бля, еще ниже, ребята, ну вы чё? Блин, создатели Silent Hill реально хотят, чтобы такие, как я, насрали. Бля, эта игра просто сведет вас с ума, ребята. Вторая часть вроде как бы тоже такая заинтригованная, но, блин, натуре просто. Эта часть поболее страшнее. Давайте дальше пробежим. Блять, опять эта хрень. Нет, ладно, закрыто, я не могу ее открыть. Замечательно. Давайте пройдем ниже. Virgin Street. Собственно, нам куда надо было? Я так даже не предполагаю. Virgin Street. Danger. Так. Че это такое у нас тут? Ух, собака, бля, ребята, если собака справляется с одного выстрела, то
Что же можно предполагать? Берджин Стрит. Собственно, давайте наверх поднимемся. Бля, что это за конкурс анал, блин? Эта игра просто сведет не только меня, но и вас, дорогие мои друзья и мои подписчики, кто вообще смотрит это видео. Она просто, эта игра сведет вас с ума. Просто у вас будет такой пукан бомбита, если вы тем более будете играть ночью, то что будет с вашим кишечником, что будет с вашим животом, когда при виде всякой такой дряни вы будете срать кирпичами. Ну, конечно, это хорошо, что с одной стороны это будет очищать ваш желудок, но с другой... А-ха-ха-ха-ха, как смешно. Где же мы с вами оказались теперь? Рената Колледж, 3 Берджин Стрит. Такс, мы с вами были с одной стороны, теперь, я так предполагаю, мы уже с вами будем с другой стороны. Так, что это такое? Что это, дневник, что ли? А, не знаю. Я читал это очень давно. Это какой-то оккультный журнал, полная ерунда, конечно. Но нет ничего плохого в том, чтобы читать его для развлечения. Души тех, кто умер из-за несчастного случая, не осознают того, что они умерли. Иногда они становятся блуждать в том месте, где погибли. Эти души потеряли свои человеческие мысли и чувства. Они могут только чувствовать боль того момента, в который они умерли. Боль становится настолько сильной, что они материализуются и хотят... Ну, и они хотят забрать жизнь у других людей. В это время они могут управлять людьми. Эти места называются местами самоубийства и высокого риска. Вы должны быть осторожны, находясь в этих местах, особенно в тот день, когда случилось происшествие. Если, конечно, не хотите, чтобы это не случилось с вами. Так, это реально какой-то оккультный журнал. Конечно, немного дает тупость человеку. Блять. Ёб твою мать, это что за звуки, ребята? Это просто пипец. Это не звуки, а хуйня какая-то. Так, вроде мы с вами все подняли. Ага, значит, вот у нас важно. Хуяк нахуй. Бля, что-то я даже боюсь туда падать, ребят. Давайте поднимемся наверх. Так, что у нас тут внизу было? Давайте позырим. Что у нас тут? Окей. Окей. Так. Давайте еще раз выйдем, посмотрим, что у нас тут по карте, сверим. Эти такие звуки, блин. Так, с вами мы... Ага. Значит, нужно еще обойти с другой стороны. Можно у нас там, в принципе, как мы видели, один вход был открыт. И, блин, это опять же все-таки Silent Hill. Просто его название одно уже убивает. Собственно, разработчики очень постарались с этой игрой, конечно. Блин, я не знаю, почему, если некоторые, даже не фанаты, люди, которые обсирают Silent Hill, они просто тупо в него не играли. Так, не, так нельзя, я так думаю, просто в стороне от других просто говорить и оставлять те комментарии, где игра вообще даже не заслуживает этого. Просто они оставляют свои негативные комментарии, может даже быть и матершинные.